Ну вот эта вот подсветка, что включаться стала у меня. Раньше не могла включить, сейчас включается. Подъезжаем к рынку, там, где торгуют мясом, в субботу, воскресенье. Просто сейчас в маленьком таком вот магазинчике, бывшем Райповском. Раньше, конечно, было другое здание, большое, хорошее, принадлежавшее Райпо, но сейчас его продали. Поэтому я сейчас пойду сейчас в этот маленький магазинчик. Такой дождь и ветер. И не сидится дома, люди чем-то торгуют, то поросятами, то картошкой. А нам вот сюда. Что гусь стоит? 400. Сало надо на засолку. И все. Мороженое. А сала нету? Может, у вас остатки простого нету. Простой был, есть. А в какую цену 300? Вот это? 300? Обрежем. Давайте вот эти два кусочка. Вот себе купила. Свежего мало, в основном все заморозка прошлого рынка. Вот такой небольшой у нас магазинчик по субботам, воскресенье. Все, мы поехали дальше. Время еще 9 нет, но Доброцен у нас открывается 8, поэтому поехали мы туда. Там нам нужно купить кошке корм. Да и так посмотреть кое-что. Что-то тут такое новое у нас строят. Детское. На неделю или две не была я. Здесь все что-то нового понастроили. Да, вон, смотри, здесь заасфальтировали все. Но только почему они всегда начинают это дело, когда начинается грязь, слякоть. Ну, хотя начали летом. Ну, в конце лета начали, где-то в августе, наверное. Вот, а сейчас вот здесь вот на площади, как они, соборная, сказали, будет площадь у нас. Поставили памятник князю Владимиру. Это вот около церкви. Дождь. Вот. Пятерочка. От Пятерочки уже открыта, но потом заедем в Пятерочку за сахаром. Низкоцен, наверное, с 9, тут никого еще нет. А вот Доброцен, я знаю, был всегда с 8. Да, с 8 до 9. С 8 до 9. Да, мы заехали на заправку, такой ветер ужасный. Надо домой ехать скорее. Говорят, бензин подешевел. У нас ни на копейку он не подешевел.
Какая была цена, такая и осталась. Там как красиво эти листья шевелятся.